Завод молодежного крыла Союза женских организаций призываю именно, исходя из традиций, которые у нас сложились именно в таком хорошем, именно добром порядке, именно придерживаться их, но тем не менее стремиться к чему-то новому, к каким-то инновациям, потому что жизнь не стоит на месте, время идет вперед, поэтому призываю учиться, постоянно развиваться, ведь вы уже являетесь амбассадорами, да, послами вот этих добрых постулатов нашей организации, и вы в своих районах, у вузов, в городах, селах сможете донести эти прекрасные идеи этого прекрасного движения до своих подруг, сестер, до своих дочерей и тем самым приобщиться к данному мероприятию. Я уверена, что вы самые активные, самые энергичные представительницы, яркие девушки своих вузов, районов, городов. Было бы прекрасно, если мы немного смотрели, исходя из каких-то традиционных направлений, которые уже сложились в данном мероприятии, это здравоохранение, образование, это инновации, конечно же, красота и здоровье, все-таки идти еще раскрывать какие-то новые другие сферы. Если у вас есть уже проекты, интересные мысли даже в стадии каких-то идей, очень прошу, призываю, приглашаю озвучить, отправить нам, всем нам, которым тут сидят, допустим, это могут быть даже женщины, девушки в промышленности, женщины, девушки в политике, да, то есть очень было бы интересно и перспективно развивать именно идею инновационных технологий, как Сабина Данилова сказала, именно объединить именно с предпринимательством, потому что за новыми технологиями, за инновационными технологиями все равно будущее, поэтому призываю также изучать новые языки, не только английский, но и какие-то другие интересные языки, потому что если человек знает другой язык, я говорю это как филолог, потому что если человек знает другой иностранный язык, он является на голову выше, большим, высоким именно в таком духовном, ментальном плане, потому что другой язык — это раскрытие другой картины мира, это другое мировосприятие и мировоззрение. I'd like to tell you about the people's diplomacy that we are representing these years, because we are very proud of our republic, because all of us know that the republic is on the one of the first places, not only in Russia but in the whole world. We have very beautiful nature, we have very beautiful people, we have very beautiful traditions and customs. That is why we need to promote, we need to give over to these traditions to our next generations. That is why I invite you, I call you, to I inspire you and motivate you to join this beautiful movement. Thank you.